В мире уже 110 миллионов вынужденно перемещенных лиц, и это рекордное для планеты число. Такие данные приводит Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Оно представило свежий отчет. У нас 110 миллионов человек, которые бежали из-за конфликтов, преследования, дискриминации и насилия. И часто это дополняют другие причины, например, изменение климата. За предыдущий год число переселенцев и беженцев увеличилось на рекордные 19 миллионов человек и достигло 108 миллионов 400 тысяч, в основном за счет украинцев. И в этом году оно выросло еще после начала конфликта в Судане, который длится уже 2 месяца. В течение 20 лет до начала войны в Сирии в 2011 году число вынужденных переселенцев и беженцев во всем мире в основном оставалось на одном уровне – 40 миллионов человек. Но с 2011 года оно непрерывно растет и к настоящему времени почти утроилось. Согласно статистике, к настоящему времени свой дом был вынужден покинуть каждый 74-й человек на планете. И как решить эту проблему, все труднее даже представить, даже предложить. Мы живем в очень поляризованном мире, где международная напряженность перерастает в гуманитарные проблемы, и это очень-очень тревожно. Глава УВКБ ООН также выразил обеспокоенность тем, что некоторые страны ужесточают процесс приема беженцев и вынужденных переселенцев. Страны все больше не хотят придерживаться принципов Конвенции о беженцах 1951 года. Ее подписали не все, но даже некоторые подписавшие уклоняются. И это потому, что бегущих людей стало слишком много. Половина из нынешних беженцев всего из трех стран – Сирия, Украина и Афганистан.